У нас все готово для проведения очередного тиража «Лотереи Гослото 4 из 20». Призовой фонд 118-го тиража «Лотереи Гослото 4 из 20» составляет 26 332 742 рубля. Накопленный суперприз сегодняшнего тиража составляет 199 миллионов 316 тысяч 863 рубля. Выиграть почти 200 миллионов рублей может любой из обладателей билетов сегодняшнего тиража. А что для этого нужно сделать, вы, конечно, узнаете на нашем сайте stolato.ru и на вашем купоне. Ну а мы готовы определить выигрышную комбинацию для первого игрового поля. Стартуем! Шар номер 12. 12. Шар номер 4. Номер 4. Номер один. Номер один. Шар номер 9. И последний шар для первого игрового поля номер 9. Теперь нам предстоит определить выигрышную комбинацию для второго игрового поля. Стартуем! Шар номер 3. 3. Шар номер 13. 13. Шар номер 4. 4. Шар номер 20. 20. Уважаемые участники, еще раз внимательно проверьте ваши билеты. Я повторю выигрышную комбинацию сегодняшнего тиража «Лотереи Гослото 4 из 20. Она состоит из следующих номеров. 12, 4, 1, 9 для первого поля и 3, 13, 4, 20 для второго игрового поля. И прямо сейчас на ваших экранах появляются результаты розыгрыша сегодняшнего тиража. Ну а чтобы узнать, какую же сумму вы сегодня выиграли, сосчитайте ваши совпадения в каждом из полей и сравните с таблицей выигрышей. Ну а теперь мы обратимся за помощью к нашему всезнающему Алексу. Алекс, будем ли мы сегодня поздравлять нового лотерейного миллионера? Все числа выигрышной комбинации сегодня никто не угадал. Это значит, что суперприз сегодня не разыгран, и появление нового супермиллионера нашей страны откладывается как минимум до следующего тиража. В следующем тираже накопленный суперприз составит 204 790 тысяч 669 рублей. Клуб мультимиллионеров может стать любой билет ближайших тиражей лотереи Гослото 4 из 20. Смотрите трансляции тиражей лотереи Гослото 4 из 20 три раза в неделю. По понедельникам и средам в 22 часа по московскому времени на нашем сайте stoloto.ru, а также в воскресенье в 8:20 утра в программе «Счастливое утро» на НТВ. После короткой рекламы «Счастливое утро» продолжит жилищная лотерея. Не переключайтесь.